Русака Михаила Михайловича, губернатора Новгородской области. Какие будут дополнительные замечания у делегатов? Для объявления одну минуту. Через каждые два часа работы делаем перерыв. Они в первые шаги сделали. Очень сложные, прямо нужно сказать. Это первые шаги. Это впервые они заявили о своих намерениях вот идти таким путем по разрешению этого кризиса. Сейчас такую же работу нужно провести со странами НАТО. Это непросто, это трудно, потому что уже идут разные заявления. Но дело в том, что никто не знает, о чем мы конкретно и точно договорились с Милошевичем. Поэтому идут домыслы, разговоры там. Но еще раз, все должны понимать, что мы легко можем соскользнуть в Третью мировую войну, в последнюю войну. Вот что нужно не допустить, а не кораблями махать и посылать. Наши корабли находятся на месте и будут находиться. И никакими кораблями, никаким вооружением никто ничего помогать не будет и не поможет это. Нужно сидеть за столом переговоров. Нужно убеждать еще раз. И я убежден, что именно этим нужно остановить. А не кораблями, не авиацией, ничем, боже упаси, другим. Сразу начнут